Всем привет, ребята! Как же сказать? Этот грёбаный тафак. Он говорит, когда синий компи. У него буква Д. 38 подписчиков у него. У него залетело видео! Просто показал какую-то хрень. Ой, боже, какой кринс, бля. Потому что реально. Что за фигня? Я набираю 1%, а он миллион. Ладно, кстати, 267 мало, но все равно много. И 17 лайков. Серьезно. Вы серьезно. Это кринс набирает больше, чем я. Не, это нечестно. Давайте подписывайтесь на мой канал. Поставьте лайк. Когда будет честно. Живо. И ставьте лайк, комментарии, подписка. И когда я буду рад, а не вот этот кринс, который сейчас на экране появится. А вы чего хотели? Типа... У меня вообще за их 1000. 250 или 60. Там. Так что ж не ебите ни мозги нахуй, блядь. И ебите жопу. Ему... Бляха, ему 5 лет, а мне 11. Что? Так у меня 11. Мне 18. Мне 18, да, ребята. Не буду палить лицо. Я уже это было лицо просто братчика. Вы поверили. Васари, васари, васари. Ха-ха-ха. Так, блядь. Если вы думаете, я начинаюсь, мне реально 18 лет, и живу я один. Вон, видите, никого нет. Памперсы моей сестры, она сейчас в туалете маленькая. Тасураки там всякая, все пуля-папуля. Кухня у меня там. То, что ж не ебите, не мозги нахуй. Ой. Да ебался я. Кстати, YouTube портит качество голоса, поэтому не судите строго, я его поменяю. В... Приложение для монтажа. Чё нахуй так кто орёт? Может, YouTube всегда съедает качество голоса, видео и хрена победится. Ну, запитов. Чё хотели? Так, типа, поговорим снова об этом челике, который 5 лет, у него 38 подписчиков. Это не настоящий топ-бум, это фейковый. Ссылка будет в комментах. В комментах. Кстати, руку у меня тоже съел. YouTube, видите, она маленькая, хотя телефон у меня сам маленький. На самом деле я больше вас. Мне 18. Внизу по ссылке в описании. И еще название будет. Как говорится. Как там, по ссылке на его канал и в комментах. Все, пока.